После насыщенной событиями рабочей поездки в Новоискую область глава государства возвратился в Ташкент. И сегодня же президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Российской Федерации во главе с заместителем председателя правительства этой страны Дмитрием Чернышенко. В состав российской делегации также вошли министры Алексей Чигунков и Сергей Кравцов. Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-российских многоплановых отношений в соответствии с договоренностями на высшем уровне. В начале встречи Дмитрий Чернышенко передал главе нашего государства приветствие от имени президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя правительства Михаила Мишустина. В ходе беседы особое внимание было уделено расширению образовательного и гуманитарного обмена между странами, в том числе вопрос деятельности и запуска новых филиалов ведущих российских вузов в Узбекистане, подготовки высококвалифицированных педагогических кадров. Подчеркнута важность принятия совместной дорожной карты по налаживанию практического партнерства регионов нашей страны с дальневосточными регионами России. Отмечена заинтересованность в увеличении взаимного туристического потока, проведения совместных культурных и спортивных мероприятий. Потрясен нашей встречей. Огромная благодарность глубоко уважаемому президенту, господину Шавкату Мирамоновичу, за то невероятное, тщательное и сердечное отношение к самой важной, наверное, теме, которая является образование, это воспитание и обучение наших детей. А то внимание, которое он уделил этому вопросу, и результаты, которые мы видим, это 14, а будет 15 филиалов российских университетов здесь, в Узбекистане. Это невероятный просто результат. Дело в том, что технологии, технологический суверенитет, они невозможны без подготовки кадров и без науки. И то внимание, которое президент уделяет этому вопросу, оно беспрецедентное. Мы за это очень благодарны. И со своей стороны, по поручению нашего президента и председателя правительства, сделаем все, чтобы реализовать вот такой уникальный момент, уникальную возможность, которую дает нам отношения между нашими президентами, которые и дружат, и задают пример нашим народам. Узбекистан очень древнее, но при этом самое молодое государство, где почти 40 миллионов и больше 60% из них молодежь. И отношения между нашей молодежью, наверное, это тоже наш главный фокус. Президент ведет мудрую последовательную политику.